Алексей Гудзюк – многодетный отец. Вместе со своей женой, двумя сыновьями и дочерью они живут в Ишеевке. Летом почти каждый год на машине, а зимой на снегоходе глава семейства ездит на участок в лесу, что в соседнем селе, ухаживать за своей второй семьей. Так он ласково называет обитателей собственной пасеки. Смотреть постоянно. Надо, чтобы не приболели, чтобы постоянно вот и водичка была у них, и все. Это то же самое, только они чуть-чуть помельче. То же самое, как и коровы, можно сказать, как и свиньи. Свиноводство тоже за ними точно так же смотришь. Чтобы где дождиком промочило, где просушить. Полностью все смотришь, как за своей семьей. Алексей – пчеловод со стажем. Любовь к этим насекомым зародилась в юности. Сначала на пасеку ходил вместе с отцом, потом более точечно обучать ремеслу мужчину стали друзья из Татарстана. Со временем наблюдать за пчелами из соседнего региона устал. Решил стать пчеловодом сам. Начал с 3 пчелиных семей, сейчас у Алексея 13 ульев. Если честно сказать, пчелам нужна тишина. Самое это главное – это тишина, чтобы их не тревожили. У них как навигация очень сильно развитая. И лес рядом. Они летают в лес, тут собирают липа. Расшириться и развиться в пчеловодстве Гудзюкам помог социальный контракт. Это договор между семьей и государством. Соглашение двух сторон подразумевает финансовую поддержку. То есть семья, взяв деньги, обязуется потратить их на развитие своего трудового потенциала. Данную помощь могут получить не только многодетные семьи, но все семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день в Ульяновской области он составляет 9919 рублей на человека. То есть семья из 4 человек – это в районе 40 тысяч вполне реально и возможно. Алексей и его семья в рамках соцконтракта в мае прошлого года получили 60 тысяч рублей. На эти деньги как раз и приобрели 10 семей пчел, купили для них ульи, улучшили условия, оборудовали амшанник для зимовки пчел. В этом году Алексей получит еще дополнительные средства. Все в рамках того же соцконтракта. Договор с государством можно заключать 1 раз в год и далее по мере необходимости. Во-первых, конечно, семья отчитывается документально, что приобрела на денежные средства определенных животных в нашем случае. И, во-вторых, в рамках выездных приемов, у нас они есть в отделении, мы посещаем такие семьи, смотрим условия содержания животных, как развивается хозяйство, смотрим. Социальный контракт – мера поддержки, действующая в регионе последние 4 года. За это время поддержку получили свыше 500 жителей. Средства люди могут направлять не только на животноводство, растеневодство, пчеловодство. Есть примеры открытия домашних и обувных мастерских, частных школ раннего развития детей, а также парикмахерских и цветочных лавок. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.